Привет, ребята, это Мэтт Кор и курс Control Paint. И сегодня мы поговорим о том, как правильно сконцентрироваться на проблемных моментах в рисовании. Вот у меня, например, проблемы с лицами, поэтому я рисую лица и еще, и только так можно добиться результата. Допустим, у вас есть только час свободного времени, который вы можете потратить на работу с лицами, и вам нужно использовать это время максимально эффективно. Для меня работа обычно начинается с поиска материала. Я обычно захожу на сайт Flickr, ввожу в строку поиска Portrait, и в итоге у меня есть список различных изображений. Для работы мне нужно выбрать из этого списка отдельные фото, сохранить их как отдельный файл и JPEG. Это занимает довольно много времени. Но в конце концов я осознал, что это очень много времени я потратил просто на то, чтобы найти во Flickr нужный мне материал. Я просто роюсь в интернете, и это мало помогает мне в продвижении. Поэтому мне очень понравилось работать с сайтом DrawingScript. Обычно я захожу на сайт lovecastle.org/draw. Это не коммерческий ресурс, который предназначен помочь тем, кто учится рисовать. Будьте внимательны, так как некоторые материалы лучше не открывать во время работы. Здесь очень много обнаженных изображений, так как сайт рассчитан на классическое изображение человеческого тела. В общем, я выбираю раздел Hands – руки. Вы можете настроить таймер для автоматической смены изображений. Я переключаю изображение вручную. Поэтому я ставлю этот параметр на нуле. И затем я выбираю кнопку Draw. Рисуем. И сразу же на экране появляются изображения рук. Я могу начать рисовать эти руки или выбрать что-то другое. Итак, я переключаю фото. Принцип работы этого сайта проще некуда. Конечно, выбор здесь не такой богатый. На Flickr я мог бы найти более характерные позы или фото, которые были бы мне чуть более полезнее. Но прелесть этого сайта как раз в его простоте. Я разместил ссылку на этот сайт вверху своего браузера, посмотрите. Поэтому мне достаточно выбрать DrawingScript, выбрать категорию и нажать кнопку Draw. Все это занимает меньше 10 секунд, просто и элегантно. Так у меня меньше поводов отлынивать от работы над лицами. Ссылку на сайт я разместил в конце поста, посмотрите. Я крайне рекомендую вам зайти на этот сайт и самим попробовать с DrawingScript. Это отличный ресурс для художников, на нем правда очень крутые материалы. Итак, принимайтесь за работу и не тратьте свое время на сидение в интернете, так вы только отвлечетесь от важного. Спасибо за ваше внимание. Если вы знаете еще какие-то интересные ресурсы, которые могут помочь в поиске материалов, напишите о них в комментариях. Спасибо.